Подготовка к отопительному сезону находится на постоянном контроле руководства Карагандинской области и Энергонадзора. Глава региона Ермаганбет Буликпаев в очередной раз посетил Шахтинскую ТЭЦ, проверил ход ремонтной кампании и провел совещание с руководством станции и подрядчиками. Аким области доложили, что работы идут по графику. В этом году в план включили текущий капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования. На данный момент на 3 котлоагрегатах ведутся монтажные и демонтажные работы. На 2 турбоагрегатах завершены работы по проточной части. Также по генераторам ремонтные работы уже завершаются. Ближе к 15 числу проведем монтаж генератора. По бойлерам, по тем, которые подогревают нашу сетевую воду в город, на данный момент 2 бойлера готовы. Сейчас подготовительные работы к монтажу осуществляются. Также в дальнейшем ждем установку 3 бойлеров. По словам технического директора Шахтинск Теплоэнерго, по поставкам угля на следующей неделе должны подвести итоги тендера, после чего сразу же начнется складирование. В Шахтинске этим летом также запланировали замену более 3,5 километров тепловых сетей. Основной объем работ уже выполнен. Кроме того, на 2 километрах труб будет восстановлена теплоизоляция. Все, что просили, деньги я дал. Поэтому я жду конкретного результата, и зимой она должна нормально пройти. Все вопросы, которые текущие есть, Азамат Айтбаевич решает. В завершении Ермаганбет Буликпаев напомнил руководству города и ТЭЦ о персональной ответственности за подготовку к отопительному сезону. Динара Сартаева, Жайнар Джексебаев, Бульдерген Асхат, телеканал Сарарка.